Продолжение темы. В аэропорту Мирного наладили систему контроля за прибывшими пассажирами. За внутренними рейсами из Москвы, Новосибирска, Иркутска и Хабаровска следят специалисты Роспотребнадзора Мирнинского района. Людей, прибывших из территории с опасной эпидемиологической обстановкой, берут под двухнедельное наблюдение. А вскоре помогать специалистам будет и новое оборудование. Сейчас акционерной компании ведется... По моей информации, уже даже приобретены, то есть вот мы ждем буквально со дня на день, значит, поставку этих приборов для того, чтобы можно было осуществлять дистанционный замер температуры.